Привет, друзья! Я перед дилеммой. Ну, стоит задача выбрать GPS-трекер. Из такого перечня, как же его выбрать? Но не переживайте. Я вам расскажу, как легко выбрать GPS-трекер, который будет отвечать вашим задачам. Смотрите это видео до конца, и вы узнаете все секреты. Поехали! Итак, у меня возник вопрос. А что же такое вообще GPS-трекер? Какая-то коробочка с проводами, и как она работает, как ее выбрать. Так давайте маленькое определение, что же такое GPS-трекер. GPS-трекер – это автономное устройство для дистанционного контроля за объектами. Этими объектами могут быть автомобили, легковые, грузовые, сельхозтехника. Это могут быть и люди, то есть это персональные трекера для отслеживания людей. Первая категория – так называемые простые трекера, они предназначены для просто мониторинга, просто контроля. Вторая категория трекеров предусмотрены для более сложных задач. Такие задачи, как контроль топлива, контроль перемещения, контроль температуры. Мы их назовем сложные. Персональные трекера – это для контроля людей, торговых представителей, служб охраны, пенсионер и детей. Четвертая категория – это противоугонные автономные устройства, которые имеют свой собственный заряд. Их уже используют как противоугонные. В следующих видео я расскажу подробнее о каждом из этих устройств и научу, как же их выбирать. Основные преимущества и фишки, и основные уловки, на которые попадается покупатель данного оборудования. Смотрите наше видео дальше.